Привет, друзья! К нам пришли наши зрители. Как вас зовут? Алина. Алина. Меня зовут Алексей. Мы из Республики Алтай, из города Алтай. Ух ты! Вот. Смотрим давно канал Kindy Life. И за что благодарны, потому что открываются новые дороги, видение, все, что вы показываете, что где стоит, как куда проехать, пройти. Мы все это смотрим и тоже вот напитываемся такой атмосферой. И вот наконец-то мы приехали в Индию и непосредственно здесь у вас в комнате находимся уже. Вот тут небольшие такие с Алтая, я не знаю, травяной чай алтайский для здоровья. Спасибо, классно. Вот тут просто такие русские складости с России. Ага. Замечательно, благодарю. Альпенгольд. Вообще я музыкант. Ага. Алтайское горловое пение, вы наверняка слышали. Слышала. Да. Вот, у меня есть группа Белуха Джем. Белуха Джем. Да, Белуха Джем. Угу. Да, алтайское горловое пение и в такой современной обработке, в рок-обработке. Ну, тут такой международный состав у нас в этом альбоме. Вот я хотел бы вам его тоже подарить. Ну и спасибо. Если у вас диски некуда вставлять, то это просто как, чтобы было физически, а я вам скину ссылку в электронном виде. Хорошо, конечно. Угу. Ну и арбузик. Благодарю. Присаживайтесь. Подзамерзла? Да, вкусные. Подзамерзла немножко. Подзамерзла, да. А в тепле держать нельзя, они муравьишки набегут. Ну, расскажите мне про ваше путешествие, как вы? Про путешествие. Ну, в общем, мы, ну, можно сказать, много где были, и в азиатских странах, и не только. Я, поскольку музыкант, активно гастролирую, и Европа, и, ну, много где бываю. Вот, и то, что вот я говорил, да, то, что благодаря вам мы в Индию попали, ну, давно хотели, но вот именно видео, которое мы смотрели с вами, когда вы рассказываете, вот именно где вы путешествуете, где передвигаетесь, на чем передвигаетесь, куда едете, какую историю рассказываете, вот о том месте, куда едете, да. Например, в частности, вот Сринагар, да, называется? Мы Шринагар. Да, Шринагар или Сринагар. Сринагар, да, вот Кашмир, да? Кашмир. Штат Кашмир, вот, и вот Розаба, вот это место, да, для нас тоже так очень интересно откликнулось, и вот это место. То есть вы увидели наше путешествие к могиле, предполагаемой могиле Иисуса, да, Христа. Иисуса Христа в Индии. Да, да, место, да, называется Розабал. Розабал. И когда видео смотрели, так что-то внутри откликнулось, тоже мы решили, что поскольку мы не просто путешествуем ради как бы просто отдыха, а именно чтобы это было исследовательское такое путешествие, да, и вот такие места вот знаковые, чтобы мы посещали. Вот, и вот, да, когда вы рассказываете, там, куда вы едете, на чем едете, какие особенности, да, тут в Индии по передвижению, и нам это вот очень близко, и мы собрались и решили, надо поехать. Угу. То есть самостоятельно мы прилетели в Дели, затем поехали вот в штат Кашмир, Шринагар, побывали, вот мы там остановились на 2 дня, побывали в Розабал и... Что-нибудь почувствовали в Розабал? Как вам откликнулось это? Да, вот надо сказать, что почему именно Розабал, да, вот предполагаемая могила Иисуса Христа, да, что вот он после распятия, ну, остался в живых, да, и долгую жизнь еще прожил, и вот здесь, то, что Шринагаром сейчас называется, в этом месте жил долгое время, да. И женился, и дети у него были, да. И недалеко от него похоронена его матушка, да, Мария. Мария. Вот. Там же. Да, мы в это место попали. И, ну, конечно, первый раз я, конечно, ощутил вот именно на видео, когда вы там были, когда вы показывали, я посмотрел, там фотографии вот посмотрел, и что-то такое во мне, ну, почувствовал. Вот. Даже вот особенно зеленый вот этот цвет, когда накрыто было, да, и вот, вот эта вязь, которая написана, да, ну, мусульманская семья, да, хранит это место. Я очень сильно тогда почувствовал, я подумал, что надо обязательно побывать и увидеть все это вживую. И вот когда мы приехали вот с женой, с Алиной, и вот она особенно так прочувствовала. Я когда мы подходили туда, мы же не знали, как далеко она. А идем, и вот у меня так голова немножко как-то закружилась, интересно.
так прям, никогда не было так. Или редко такое бывает, такое-то чувство. Раз и подошли, вот она здесь стоит, да, Розабал, это здание. И сразу запели. Но причем запели, это же вот мечети стоят, да? Но запел мулла, не просто запел, как будто бы вот, ну, на своем языке, а запел как будто бы как ангелы такие. Да, такое красивое, такое, ну, знаковое такое какое-то для нас. Не просто так. И ну, вот мы подошли, ну, по-своему там побыли, прочувствовали это место, посмотрели, живое, ощутили, поняли, что надо будет еще раз прийти. Вот мы ночевали потом, и потом уже специально пришли, там ленточки повязали, там тоже вот в это окошко, где... Но надо сказать, почему именно вот Иисус Христос, да, вот, потому что я занимаюсь изучением, помимо того, что я музыкант, я занимаюсь изучением, ну, вот тех, так скажем, аватаров нашего единого Создателя, которые приходили к нам в то или иное время для каждого народа. И вот Иисус один из них, ну, тем более Россия, это все-таки христианское государство, да, ну, по крайней мере, сейчас. И когда я был в Азербайджане, да, вот я вам там часть рассказывал. Да, мы уже встретились, так, вчера или позавчера? Позавчера, договорились, что придем, уже поподробнее поговорим. Да, поподробнее. Ну и вот, надо сказать, в Азербайджане называют там вот это место как бы страна огней, потому что там, ну вот газ, видимо, да, и вот там есть горы, из которых прям пламя языков огня и никогда не гаснут. То есть огнепоклонничество, да, и зороастризм, которые там были. И надо, вот когда меня повезли, один день у меня был свободный, меня повезли, место называется Кобустан, а по-алтайски, так как это тоже тюркоязычная языковая семья, да, вот азербайджанцы, по-алтайски это Курбустан называется, Курбустан, у нас Ичкурбустан называется, такое место, как бы, ну вот я бы сказал, такое открытие некого портала, или Шамбал по-другому называют, да. Ну вот там тоже такое место, Кобустан называется, и показали мне камень, он огорожен, еще в советское время был огорожен железным забором, ну, чтобы никто не повредил, и на нем выбито, высечено, как мне рассказывали, и там надпись, да, то есть кто изучал это, проходил именно легион, римский легион, и потом мне сказали, которые, оказывается, участвовали, ну, в казни, вот в этом, во всей процессии, то, что мы знаем, то, что с Иисусом произошло, в казни вот Иисуса Христа, этот прах проходил именно здесь, и они выбили вот это то, что такое, вот легион, максимус, там, и даты поставлены, вот все. И вот, и для меня это сразу связью стало, потому что я уже знал, что мы в Индию поедем и Розабал посетим, и для меня это стало еще одной такой связью, потому что, ну, вот эти люди здесь проходили, да, которые, они искали, их Понтий Пилат по рассказам послал, да, в том числе и в это место, ну, потому что они проходили, где ходил Иисус, они хотели узнать, ну, все-таки, ну, как, кого они казнили. И вот они проходили в том числе и это место. И, ну вот я как бы тоже там ощутил такую некую связь, ну и потом уже мы отправились в Розабал. Такое интересное. Слушай, да, телевизор включил, я думаю, как бы звук не был хуже, я немножко подсела. Да, конечно. Вот, ну, надо сказать, что Шринагар — это штат, ну, город и штат Кашмир, мусульманский такой, да, мусульманская среда. Ну, это тоже интересно, потому что, ну, вот и в Азербайджане тоже мусульмане, и тут мусульмане, и тоже прикосновение еще к одному пророку тоже, да, через них, через людей, вот к мусульманству именно, да, и, ну, и к Иисусу, потому что Иисуса они тоже чтят, как пророка, вот. А потом уже следующее у нас погружение было, мы поехали в Ришикеш. Мы тоже видели видео, где мы были в Ришикеше. Тоже посетили, приехали, а там такое более, ну, славится Вишну, Кришна, да, такой кришнаизм, вайшнавы, да, больше там. Тоже интересное такое погружение, там больше такой именно культура как-то развита, вот и йога, здоровье, такое какое-то ощущение, ну, божественности, что ли, некое такое, да. Это тоже интересно, потому что я тоже же занимаюсь, еще раз скажу, помимо путешествий и помимо музыки, я занимаюсь, ну, провожу мастер-классы различные, семинары веду,
самая главная моя тема – это изучение звука и здоровья. То есть звук и его влияние на здоровье. У меня есть своя методика. Вот, и я провожу семинары и так далее. То есть мне это все интересно. И практики, и вот, и медитации, йоги, что такое по-настоящему йога, да, вот, если переводить с санскрита, как связь, да, вот эта связь, главная связь, наверное, нашего духа и этого света. Вот самое главное для нас — это саморазвитие и духовное развитие. Вот, духовное развитие. Вот, и помогает, объединяет всех, наверное, ну, в моем случае это музыка изначально, первоначально, а потом уже наша определенная там своя традиция, да, алтайская традиция, в том числе и там шаманизм, да, ну, так как тоже шаманы занимаются и врачеванием в том числе, да, и здоровьем и так далее. И то есть мне вот эта тема очень интересна, я сам практикую и провожу вот эти семинары, встречи, индивидуальные встречи. И поэтому вот интересно мне бывать в таких местах, открывать для себя что-то новое. А, ну да, мы же были, это я перепрыгнул немножко, мы же потом в Дарамсалу поехали. Мы были в Дарамсале, тоже ваше видео видели, все вспоминали, где вы ходили. Это там находится резиденция Далай-Ламы. И мы попали в храм, и они говорили, сказали, что завтра здесь будет. Они что-то готовили, монахи? Это уже, то есть, прикосновение к буддизму, к Будде. И я говорю, что вы делаете? Они говорят, мы готовим пуджу, завтра будем проводить. Во сколько? Спросил. Они сказали, рано утром. Ну, не рано, приходите в 8:30, мы будем делать пуджу, и этот посвященный будет вот это все зеленый тари. То есть, мантра зеленый тари, антари, татари, тури, соха. Я сказал, он говорит, да-да-да, вот я пришел, мы вместе пришли, и целый час мы с монахами вместе проводили, вот они разрешили нам вместе сидеть и проводить вместе с ними, ну, читать мантры тоже, потому что я мантры тоже использую, тибетские, буддийские мантры, вот. Вы буддист, да? Вы буддист? Я не буддист, и буддист тоже. Я не разделяю как бы на такие отдельные кусочки, как бы я, ну, понятно, что они есть, но я стараюсь наоборот их все воедино, как бы, такими пазлом сложить, потому что свет, этот божественный создатель, Бог един, а алтайцы, наверное, в первую очередь анимисты, от слова анима – душа, то есть одухотворение природы, одухотворение, ну, то есть всего. То есть у всего есть душа, все живое, природа живая. Это вот у алтайцев. Ну, также есть буддисты части, христиане есть у алтайцев. Ну, в маленьком, как бы, в маленькой степени, в основном, все-таки вот, ну, свои древние, как бы, традиции мы чтим. Вот. Да. Так, вы первый раз в Индии, да? Да, мы первый раз в Индии. Мы давно хотели, как-то откладывали. Вот. Ну и наблюдали за вами, смотрели, как вы, что, куда передвигаетесь, где живете, как, что здесь, как все устроено. Первый раз? А дальше потом куда? Сейчас, ну, вот на Гуа сколько вы пробудете? Ну здесь мы только неделю, то есть мы уже сейчас, послезавтра уже будем уезжать, улетать обратно. Смотрите, я, видите, еще занимаюсь, да, вот чем? Помимо концертов, вот, семинаров, да, вот то, что я говорил. Ну, вы мне дадите все свои ссылки, да, вдруг кто-то захочет с вами связаться. Конечно, конечно. Внизу. Конечно, я прикреплю, сделаю прикрепленные комментарии. Да, спасибо. Дам ссылку. Мы занимаемся еще. У нас такая команда есть. Ну, помимо, у нас много как бы таких направлений, с кем я работаю, в плане туризма. Ну, потому что Алтай туристическое тоже место. Белуха наша, Уссумер у нас находится, и много озер, и красивейшие места Алтая, многие люди приезжают. Я работаю как музыкант, показываю традицию алтайское горловое пение, музыкальные инструменты, это я с собой взял. Потом покажется, как здорово. Я маленький с собой взял, камусы, да, покажу потом вам. Вот, занимаемся направлением туризма, то есть мы сначала начинали внутри России делать такие ретрит-туры. А, кстати, я знаю, что вы же тоже занимались, да, такими, как бы, турами. Вот. И вот мы тоже занимаемся, но они связаны всегда, они с музыкой связаны, с практиками, с проведением обрядов определенных,
Вот. И теперь у нас уже такое расширение произошло. И вот в этот момент, как раз вот пока мы здесь, сейчас, то есть мы здесь, в это время мы должны были проводить ретрит-тур в Катманду, в Непале. Ну, не только в Катманду, а отправная точка была Катманду, Непал. И у нас такой тур был, не было, есть, называется «Дух Большого Тибета». Вот. И по местам, вот, где храмы, именно то, что связано с буддизмом, вот, и с тибетским, вот, большим, как я говорю, большой дух Тибета, где еще сохранилось, как бы, вот это, да, и такие нетуристические места. Ну, я-то занимаюсь, как бы, своими, то, что называется, практикой, концертами, ну, то, что я делаю, семинары, мастер-классы. А мои ребята, которые со мной вместе мы работаем, сотрудничаем, они занимаются, как бы, ну, туристическими, да, там, ну, выезды все, куда посещаем, какие места и так далее, и так далее. И вот как проводники должны были бы мы быть сейчас там. Вот. В Непале, также королевство, как оно называется, Мустанг, ну и так далее. А это вот. Кто? А кто? О. Ты чего это? Не нет, товарищ, давай-ка. На выход, иди-ка сюда. Выход, вот там выход. Нет, тебя не звали. Нельзя, давай. Давай не будем привыкать к этому. И не слушается. Сейчас вот папа придет, вы быстро послушаетесь его. Еды тебе дали, не мешай. Мы тут делом заняты. Давай, все, иди. Займись детьми. Мать, вернись в семью к детям. Ну вот я почему говорю, что мы должны были быть там. Собака. Нет, я тебя сейчас выведу и закрою дверь. Все. И все вот это хозяйство норовит сюда прям ворваться. И котятки, и собачатки. Да. Вот. Но мы его перенесли, ну, по разным там сложившимся причинам. Мы этот тур перенесли на 2004 год. И в следующий раз мы все-таки доберемся до Катманду, и до Непала, ну и, ну, до многих мест. Хочется посетить вот Ладак, да, Лех, Мустанг, ну и много-много там долины Нарабху, то есть много таких мест, где мы будем проводить наш ретрит. Вот. А также, вот я уже говорил, на Алтае мы проводим ретриты, также на Байкале мы вот были, проводили. Второй раз мы прямо были, если вы не знаете, ну знаете наверняка, нетленное тело Лама Итигела. Да. Вот, да, находится в Улан-Удэ, в Бурятии, в Датсан, Ивангельский Датсан. Вы его видели, да? Ну, его показывают вообще людям? Да, да, он был тогда открыт, доступ. И вообще мне понравилось, что там все открыто. Тибетские вот эти буддийские храмы, они всегда открыты, хоть для кого. И мы когда туда зашли, все так спокойно, как-то нас провели, все, и вот он там, ну, за стеклом сидит. Ну, мы определенные там вещи свои сделали, прошлись. Потом сели и ждали, ну, просто чтобы посидеть, как бы в тишине вместе с ним, посмотреть и ощутить. Вот. А зачем они так делают? Почему он, это же получается, все равно он не оставил тело, если оно нетленное. Душа, да. Значит, сидит. Да, совершенно верно. Ну, она, наверное, как-то около, ну, рядом и везде. То есть он же как бы в полу в таком состоянии, как бы между, находится между мирами, да. То, что в буддизме называется бордо, вот это, да, время перерождения, да, вот гибели физического тела и до следующего воплощения. Но он физически-то не умер, получается, да. Потому что все процессы в него внутренние, жидкости сохранены. Внутренние процессы идут, волосы, там, потоотделение, ногти, ну и так далее, много, и температура. То есть он в такой медитации, то, что говорит самадхи, самадхи. И зачем они делают? Они же ничего не делают. Он же им как бы сказал, вот он их собрал, учеников, и сказал, что, ну, вот сегодня я буду, ну, в такой-то день я буду уходить. Ну, например, сегодня я буду уходить. И вот он сел в медитацию, ну, и... Ну, своей практикой, своей жизнью он достиг такого, то, что он мог это сделать, погрузиться настолько как бы внутрь, ну не то чтобы внутрь, а, ну, в состоянии самадхи, то, что называется. Да? И он сейчас, и он сказал, что
ну, чтобы его погребли, но только в специальном ящике. Они засыпали его солью, ну, наполовину. Он в этой позе как сидел, вот, как медитация, и так они его погребли. И, по-моему, 70 лет прошло, как он там находился, под землей, закапан. Я не помню, как точно, но они его раскопали. Не специально, ну, то есть специально, наверное, но он не говорил, чтобы его раскапывали. Не было завещания, завещания, да? Не было. Вот тот, кто за ним следит непосредственно, да, вот этот лама, ну, тоже лама, монах, он сказал, что он не оставлял этого завещания такого, по-настоящему его нет, но они его все равно достали. Я не, точно не помню историю, не буду перебирать. В общем, так получилось, что они его достали. Они его достали, когда раскрыли ящик этот. Это есть видео и фото в интернете. Они увидели, что вот он признаки жизни. То есть он в состоянии самадхи, а тело продолжает еще жить. И поэтому это такой феномен, потому что они говорят, что этот феномен только единственный в мире. То есть многие, кто уходит в такое состояние, но они постепенно мумифицируются. А он нет, у него глазные яблоки, глаза, наполнены жидкостью. То есть, и, то есть он потеет, и температура, да, его сохраняется. Одевается. И да, интересно. И то есть это такой, он многим является во снах, или где-то как-то такие бывают, там, ну, не дай бог, там, ну, рассказывают, автокатастрофы приключаются, вообще где-то далеко там в России. Он приходит к ним как бы в видение и говорит, типа, ну, вставайте, вставайте, ну, помогает. Они встают, а там такая история, есть там женщина, да, вот с ней так случилось такое, и она каждый год теперь приезжает к нему, а раньше не слышала. Она. Даже не слышала. Не слышала. И вот она рассказывает, что она увидела, когда лежала, ну, вот, после, во время аварии лежала, и видела, как к ней идут монахи, то ли 7 человек, то ли... И вот один из них говорит, вставай, вставай. А говорит, а ты кто? Я говорю, эти гелов, вставай, вставай, тебе рано еще, вставай. И... А водитель, он был на ремнях, а они, остальные пассажиры вылетели через стекло, через окна. А водитель был пристегнут, и он висел в перевернутой машине, и в полу таком образе, ну, с полу так, без сознания, как бы, так он посмотрел в сторону, где она лежала, и говорит, слышит, что видит, что кто-то туда идет. И потом, говорит, от нее уходит, уходит, и куда-то в лес ушли. Это он рассказывает. А на самом деле там никого не было. Ну как не было? То есть, значит, на тонком плане. В том состоянии он видел тонкий план. Да, человек перед смертью, он много точно, чего точно начинает видеть. Да. Это он же был, наверное, в таком пограничном состоянии. В пограничном состоянии, и она. Ну и потом она встала, то есть ей сказали, что вы на удивление, что как вы живы. То есть вы не должны были жить, потому что такие повреждения были. Ну и, в общем, они потом с тех пор каждый год приезжают к ламе, их уже знают, там пропускают, и вот они молятся там, да, и, то есть это такое интересное. Вот мы это, когда историю изучали, вот эти все, решили сами воочию увидеть, у нас была небольшая группа, мы туда приехали, и вот мы сидим перед ним, тут какие-то иностранцы забежали, все, ходили, и тут этот человек, который следит всегда за ним, и через него Тигелов работает через него, как бы вещает через него. И он молится, там людям помогает, там к нему обращается. И мы сидим, вот наша там делегация, и тут еще проходит. И смотрим, все уходят, уходят, и все освобождается, потому что обеденный перерыв, и все уходят уже, все уже не пускают. Все ушли, и мы сидим. Ламушек там читал, там остановился, там женщина перед ним. И мы начали, так что-то такое. А поскольку я использую тибетские мантры, я думаю, надо читать мантры. И мы вот сидим напротив лавы Тигелова и вместе начинаем читать стослоговую мантру. И так все громче. Думаем, сейчас, наверное, выгонят нас, отсюда нельзя, наверное, как бы нарушать. И мы поем все громче, молимся, читаем мантру громко. И монах к нам присоединяется и начинает вместе с нами петь вместе. И это такое единение было, и такое для нас знаковое событие, что соединение произошло, что никто никого никуда не прогнал, и все почувствовали, что, ну, зачем каждый сюда пришел. И он нас потом как бы, ну, благословил, завязал нам узлы на вот ходаках, да, мы подали ходаки, знак уважения, подношения здесь, ламе Тигелову, и с собой два тоже забрали. Он сказал, вот узелки завязал специальным образом, это вот, читайте,
мантру. Сейчас, да. Саши. Ага. Because, because dog come in inside. Now you can open. Not come when Papa at home, да. Ну, в общем, и отдал нам эти ходаки, благословил, и мы потом уже поехали, ну, дальше. В свое путешествие. Ну, вот как бы так, а сейчас вот доехали до Индии, вот побывали, как я уже говорил, Роза Бал, Шринагаре. Еще раз повторю, что благодаря вам, спасибо вам большое, спасибо. За это. А, также в резиденции Далай-Ламы, тоже мы были там, и храм Кармапы тоже побывали, не только у Далай-Ламы, и в Кармапе тоже сходили. Нарбулинка. Съездили на... Как бы Нарбулинка, да, там тоже? Да. Да, туда уже район, даже Нарбулинка. Вот, потом Ришикеш, окунулись в Ганге. Обязательно для этого мы туда ехали, что это нужно сделать. Чем-то мне напомнило нашу Катунь, сибирскую реку Катунь. Окунулись, тоже помолились. Ну и потом уже отправились, немножко подустали, потому что много передвижений было. По Индии не так просто передвигаться, но ну, как-то все с Божьей помощью, как-то все нам было достаточно хорошо. Но когда меняешь 3 автобуса в один день, и они на далекие расстояния, по 12 часов, где-то по 3 часа, где-то по 12, это немножко тяжеловато, но все, что мы хотели воплотить, мы сделали. А в гималайскую резиденцию семьи Рерихов вы не собираетесь в этот раз? Вот сейчас не получается. В долине Кулу, Нагар. Да, в долине Кулу мы выстраивали определенный план, куда нам точно нужно попасть, в том числе и Непал мы тоже, да, закладывали, но решили не ехать в этот раз. Вот мы теперь хотим как раз-таки по Гималаям в следующий раз отправиться. То, что я говорил, да, то есть это будет Ладак, и потом вот мы хотим тоже вот резиденцию Рериха, потому что у нас в Коксинском районе, где мы живем, в долине Уймона, тоже есть музей, работающий, живой музей Николая Константиновича Рериха. Он приезжал к нам, останавливался, он, правда, недолго был, там не 14, по-моему, 12 оставался, но многое что там сделал, и не просто так заезжал туда, потому что там Белуха. Белуха – это самая высокая точка Сибири. Ну, многие ее везде знают по-настоящему. Это такой центр мирового значения, потому что он, этот центр, Белуха равно удалена от 4 мировых океанов во все стороны. Да? Равное расстояние, то есть это центр. И Николай Константинович Рерих не зря туда приходил. Ну и для нас это святое место, священное место, дающее такой, ну, как бы поддерживающее мировой порядок, так скажем. Но некоторые до сих пор там Шамбалу ищут. Шамбалу ищут, Беловодье, страна, да. Беловодье. Там и старообрядцы туда в свое время пришли, да, и основали там вот эти деревни. А алтайские племена, мои предки там жили всегда, ну, кочевали, кочевники, ну и вот образовались там деревни. Вот, и поэтому соединение с Николаем Константиновичем Рерихом, с его семьей тоже хотелось бы побывать. Ну, не только там, и, может быть, и в Нью-Йорке тоже, музей там, и в других странах, где есть такие точки. То есть это наша... Вы тоже почитатели этой семьи, да? Ну, я бы сказал, не то чтобы почитатели, мы очень хорошо, и, конечно, ну, потому что неоценимый вклад в развитие, сохранение культуры они привнесли. И сохранение многих таких реликвий, я бы сказал, да, историй, сказаний, сказок во всем мире, в том числе и в Индии, и, ну, и в нашей стороне тоже. Поэтому, конечно, мы оценим их вклад, и мы очень чтим это. Да, это та семья, которая, ну, непростую работу делала, и нужную работу, сохранение. Да, для нас это очень близко, конечно. Я с ними со всеми поддерживаю связь и в Москве, и в Санкт-Петербурге. С музеем Рерихов, я там выступаю. Да? Да, с концертами. Вот. Ну, в общем, самое главное, что хотелось бы мне отметить, что вот именно путешествия, ну, чтобы они были осознанными, осмысленными, да, то для чего ты едешь, не просто вот приехать, ну, это тоже нужно иногда, да, понятно, отдохнуть, расслабиться, восстановить силы, это нужно, как вот мы сейчас здесь в Гоа, да, но все-таки момент изучения культуры, традиции и тех мест центральных, да, какого-то там, например, храма, да,
этот храм, вот, где, кстати, вот мы были, я не сказал, в Шринагаре, на горе, как же называется, там, где... Вот мы смотрели все трон Соломона, да, вот помните, мы же рассказывали, да, про трон Соломона или нет? Нет, на... А может и но я, это связано, да, когда, тоже да, с историей я, о Иисусе Христе. Я, когда путешествую, я готовлюсь, я читаю да, все, да, да, просто очень много информации. А мы когда ехали с таксистом местным, я у него спрашиваю, а вот храм Соломона-то, у вас есть? А, да-да, Сулеймана, они Сулеймана его зовут? Uh-huh. Сулейман, да, есть, говорит, ну где-то он рядом. Вот мы, забыл, как это называется место? Гора вот. Шанкарачали. И там... Но там сейчас находится индуистский храм, и там Шивалингам стоит mm-hmm. большой, и там Пуджари, там тоже сидит. Тоже мы там тоже побывали. Вот это очень тоже интересно. Поэтому вот изучение тех мест, куда мы посещаем, да, и чтобы это был момент ну, культурного, что ли, такого значения, и самопознание, кто мы. Зачем мы? Ответ на основные, наверное, главные жизненные вопросы для человека. И, ну, для чего? И как это все работает? Но для меня это самые важные вопросы. Я на них, вот, в том числе в таких местах, отвечаю, продолжаю отвечать. И это всегда обогащает. И всегда я стараюсь оставить что-то от себя тоже в этих местах. Ну, вот, в частности, например, когда я... говорил, да, что я музыкант, что я могу от себя оставить, что я могу взять. Я, например, беру наш народный национальный инструмент, вот такой, например, да, который называется камус у нас, ага. Или по-другому это называется варган у славян. В Индии он тоже, кстати, есть. Ну, он у каждого народа есть или был, этот инструмент. И этот инструмент, на самом деле, все народы объединяет. Вот. Кто-то его утерял, кто-то восстановил, кто-то сейчас восстанавливает, ну а кто-то сохранил. В Индии сохранились, в Японии сохранились. А что это за футляр? Да, это деревянный футляр, специально, чтобы язычок не согнулся язычок. А-а-а. Это как бы вот мастера для меня, это Михаил Масько, мой друг, сделал для меня. Но тут как раз с омом, да? А-а-а. Тут вот ом, такой красивый варган, камус. Вот. А это мастер из Санкт-Петербурга для меня сделал. Вот. И ну, вот я их с собой взял, и иногда я на них играю, если можно, я бы тоже... А у них звучание разное? Разное звучание, у каждого инструмента разное. Да, вы сыграете, я хотела попросить. Да, я сейчас сыграю, да. Для зрителей, для слушателей, для ваших зрителей, угу. которые на вашем канале. У меня тоже есть YouTube-канал. Как называется? Ну, Алексей Чичаков, по моему имени, Алексей Чичаков. Алексей Чичаков. Да. То есть, uh-huh. да, по-английски, если набирать Алексей Чичаков, то можно найти. Я ссылочку потом вам оставлю. Uh-huh. Вот. И там в основном мы выкладываем концерты, интервью, ну вот, вот так, такого, видеоклипы, вот, выступления. Ну вот я хотел бы немножечко для вас. Давайте, сказать, здорово. Напомнить. Папа, мьюзик. Oh.
Бен Салвине, Аданин Холандал, Халабен Дерень, Алгес Азор и Чигде. Давно вы этим занимаетесь? Почему вас к этому потянуло? Ну, во-первых, это национальная наша традиция, да, и культура. Алтайского, у вас все... алтайского народа, да. Ну, надо сказать, что не так давно я этим занимаюсь, потому что более позднее как бы время начал, не с детства. В детстве я пробовал, играл тоже на инструментах, но потом в школе я играл на гитаре, сочинял песни на русском языке. Потом, ну, так скажем, изучал западную культуру, да, музыкальную. А потом уже, когда отучился в университете, по образованию я режиссер театра, театральную режиссуру закончил, вернулся и вот образовался, наша группа образовалась, Белуха Джем, первый состав, первые альбомы. Но тогда я еще горловым пением не пел, а позже, когда начал записывать сольный альбом, концерты уже начались, и потом уже как-то кровь, что ли, алтайская поманила, и я начал постепенно заниматься горловым пением. Сложно и это народными инструментами. Сложно начинать, это какие-то должны быть навыки, не знаю. Ну, это, наверное, как в любой профессии, да, что если профессионалом стать, что какое-то у тебя должно быть какое-то, ну, то, что талантом как бы называется, да, то есть раскрытие какое-то потенциала, чтобы потом раскрывать, да. Но я же преподаю и горловое пение, и поэтому много людей, не обязательно же алтайцы, да, и много, там, не знаю, в Финляндии или в Германии, или в Санкт-Петербурге, у меня много, там, ну, я не люблю называть ученики, но вот те люди, которые приходили ко мне на мастер-классы, да, и они уже, многие поют лучше, чем я, вот. А я занимаюсь, ну, наверное, профессионально лет 15-17. Вот мне 42 года сейчас. Ну вот лет 17, наверное, я занимаюсь вот этим, музыкой. А второй инструмент также звучит? Второй инструмент звучит немножко. Да, тот инструмент был санкт-петербургский мастер Дмитрий Бабаев, его зовут. Вот, а это Михаил Масько. Вот такие русские наши в России мастера. Ну, много мне кто делает из мастеров, да, и ну, это просто я такие взял с собой. Этот он разные по звучанию, да, я покажу. Спасибо, как необычно. Мама, да? Купи вы на меня.
Это вам Саши Ганешу презентует, пожалуйста, от нашей семьи примите. Для благословения и устранения препятствий с вашей. I want to say big thanks for Саши, because when we watched your video in YouTube channel, you are like a superstar in this channel. really. I'm only from India. I am And it's very interesting because it's not you're not playing. It's your it's your life. Yeah. It's your natural. Yeah. And very interesting what you say about this nature, about this culture. And you like last video, you maybe. Free what we see in the YouTube channel. You say like a pray. You say about what I say every time for world because for me why I play music, why I go to different countries, I always talk with people and say about our connection. And about our united. We need united again. Yes, because we one family, we have one family, we have one home, and this nature, we have one nature. And very short time we have. And we have very short time in this life, and but we have many lives, I think. And this connection very important for us, and we need united and united, and make this bridge. With our culture and with our traditions, different traditions, like Indian, like Altaian, like Russian, like many. Because this nature, what we have, one nature, we have one rules. One rules, and we need know how it's working, how need to life. And I want to say for you big, big thanks and for your blessing, for your good wish words. For us, it's very touch us, and it's very right words for us. Thank you so much. No, I enjoyed myself too. Some of my relatives, they know I lived in America. I had traveled, so they say, you don't make a house in Delhi. You don't make a big palace. I say, I enjoy traveling. I learn so much from traveling. That's what I want to give to other people, my experience. And I still enjoy it. We are both traveling a lot. It's very nice, and I'm happy to meet people like you. Thank you. I want to hug you. Come on. Yes, I have I want to hug you too. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes. I very feel you. And you good man, and it's very touching. Really. Да. Да, и спасибо большое, конечно же, за подарок Ганеше. Ганеше. Если бы не Ганеше, то Бхагавад-гиту принес людям Ганеше. Да, правда? Бхагавад-гита это очень тоже важное такое, ну, в данном случае книга, да, писание, и эпос, вот этот, да. И это очень важно для нас. Вот. Сын Шивы, да? Сын Шивы. Да. Сын Шивы, да. Иногда мне кажется, все, ну вот я так смотрю на него, думаю, ну как-то это странно, мальчик с головой слоника, может быть, какие-то инопланетяне приходили, которым не подходил наш воздух, они были в каких-то противогазах, наивные добрые жители Индии вот так вот его решили, что он бог, потому что он многим, видимо, помогал. Ну такая моя личная версия, что могло быть и очень так, например, правда? Правда. Ну или когда в Египте, да, вот с головами там, с клювом вот этим, с птичьими головами, там с обеими, ну да. Тоже интересно. Maybe have Baba photo if you like. Если ты не против Баба фото, он тоже аватара Вишну в нашем понимании, мы верим. И он, да, он говорил, есть только одна религия, there is one religion, religion of love, есть только одна религия, религия любви, есть только одна нация человечества, есть только один Бог, и он вездесущ. Да.
And there is one God, and yes. He is omnipresent. Yeah, we believe. For sure. Yes. It's, the same. Mm-hmm. It's the same like if I was born with a Christian family, my name would be different, but my soul would be same. Да, so если бы я родился в христианской семье, Islam, моя вера была бы другая, но human. Я внутри был бы all тем же. Come from same place and go back to same place, you know? There is no separate land for people in other life, you know? So it's very important, very nice. Thank you very much. Thank you. It's a blessing, blessing of God. Thank you for your experience. Big experience, big way in your life. It's a good experience, and we were talking about this, and it's very important for us too. We're younger, but it's very important for us. We hear and we feel. Thank you. Ну и, конечно же, спасибо Ирине, потому что через нее она нас соединяет всех. Соединяет через экран, через эту маленькую камеру. И большую работу, большое дело вы делаете. Большое вам спасибо. И дай Бог процветания вашему каналу дальше. Спасибо большое. Чтобы вот еще эти все кнопочки там приходили вам. Я благодарна Сайбабе, что он позволил мне так делиться. I will not finish to make. Сейчас. It's okay. Yes. Да. Здорово, что объединяются и люди, и народы, встречаются. Все не просто так. И как-то вот попался нам ваш канал. Я даже не помню, как с чего началось, но Алина всегда. Всегда Алина начинает с начинания. Да. Она не любит, конечно, там сниматься, то, что говорит, ты публичный человек, давай. А я. Ну, она всегда понимаю. В тени, но она всегда со мной. Она всегда со мной, она многое направляет меня. Наверное, я думаю, как в вашей семье вы вместе тоже. I say about your connection and your family together, yeah. And we. In my family too, this connection is very good. A man and woman energy together is very important too for our planet, for Earth. Because our Hindu God, they all have very good partner. Shiva or Rama or Vishnu. That's a life, Lakshmi, family, you know. Vishnu. Yeah. Да, это очень важно. Мужская, женская энергия. А? Мужская, женская энергия. Ну да. Энергия кундалини, хотел сказать. Ну, и кундалини. И это тоже, числе, да. Шакти. Да. Шива Шакти. Восходящие, нисходящие потоки. А, кстати, я хотел сказать, чем я вот, ну, если это можно, нужно чуть-чуть побольше рассказать то, чем я занимаюсь, вот, о своей методике, про которую я говорил, она связана с Индией. Она связана вот с чакральной системой человека. I say about our body and our chakras, energetical center. Yeah, it's my work too, and I have my methodic for healing with sound because it's frequencies, something frequencies because I sing. Yeah, and we have bija mantras. Yeah, like vam, yam, ram, lam. Yeah. Like this, Om, yeah. And я, вот, поскольку начал изучать звук, вот про те частоты, про которые я говорю, то есть это не просто центры, а если чакра переводить, да, чакра переводится как колесо, wheel, yeah, chakras, wheel, колесо, а если это колесо, то колесо может ехать быстро, да, вот вращаться, а может медленно. Это частотная характеристика, то есть и можно провести параллель со звуком. Frequencies and chakras and sounding. И, ну, поскольку как бы восходящая, да, эта система чакральная, да, и вот я для себя открыл 9-чакровую систему. Это я как бы мое видение, но оно не нарушает 7-чакровую систему. Просто я добавил еще, знаете, почему 9? Потому что если брать цифровую как бы составляющую нашего мира, числовую цифровую, да, то их 9. Их всего 9, да, те, которые мы знаем. Поэтому я, ну, мне многие спрашивают там про 0, да, вот еще же 0 есть. Да, вот я только про себя думаю, а 0. А 0 это, знаете, как некий абсолют, потому что если вот мы возьмем 0, да, если прибавим 3, например, к 0, будет 3. Если мы 9 прибавим к 0, будет 9. То есть он всегда принимает на себя все, и он как эфир.
он распространен везде. То есть ноль, он есть везде-везде, во всем, в каждой клетке нашего тела. Это как некий такой абсолют. Вот, поэтому его бессмысленно брать за основу, он всегда есть. Вот, поэтому 9 все-таки мы имеем основных 9. Вот, и мое такое изыскание было, где их найти, и определенные вещи, сейчас долго об этом говорить, это отдельная передача нужно делать для этого. Но я просто скажу, что это сочтено математическим путем, найдено при помощи квадрата Пифагора, при помощи математики, и от нижней, как вот входящей, да, которая вот если ступни брать, вот там вход, потом уже Муладхара, ну и так далее, и так далее. И верхняя коронная, и вот еще есть верхняя на уровне наших ладоней, куда мы можем руки понять. Это вот где заканчиваются тонкие тела человека. Вот их 9. И вот поскольку это квадрат Пифагора и математика, если квадрат Пифагора там 9 чисел, да, цифр. И числовые значения, когда мы начинаем считать по нему, то они раскрываются. То есть я не мог нигде найти информацию, как сопоставить какой-то чакре нужную частоту. И нигде этой информации не было. Частота была, а как ее находят, не было. Я начал искать сам. Я нашел, и это отдельный такой семинар, который я провожу. Называется он, как звук. Составляющая звук и здоровье, да, и девятичакровая система. И как это соотносится к... То есть, сейчас объясню. Числовое значение, например, первой чакры, да, я называю ее опорная, ну, потому что мы стоим на ногах, наша опора, и входная характеристика этой частоты, вот она соответственная, да, 174 Гц. И дальше по исчислению математическому, и, наверное, даже нумерология здесь имеет... большое значение. И вот все 9, они раскладываются, 963, да, 369, те цифры, которые говорил Тесла, Никола Тесла, тоже не последний человек в физике, да, и вообще гений нашего. Наверное, самый гениальный человек, да, который был на планете. Перемены ток и так далее, которые мы сейчас все используем, да, сотовые телефоны, эту камеру, интернет, да. Это благодаря Никола Тесле. Ну и вот он говорил, что кто узнает секрет цифр 369, тот узнает секрет мироздания. Ну и мне стало это интересно. Я стал, когда вот эти цифры, значения каждой чакре определенную звуковую частоту, и когда я эти частоты сложил между собой, эти три цифры, да, вот 174, там 369, ну вот разные там, да, тогда они разложились как 369. 3, 6, 9 и 3, 6, 9. То есть они разложились на 3 сегмента по 3, 6, 9. И много еще можно о чем говорить, но поскольку мы люди, человек существо ядерное, когда яйцеклетка оплодотворяется, да, клетка, ядро делится путем деления. А это так называемый бинарный код, когда клетка делится на 2, и потом последующие все делятся на 2, на 2, на 2. Это так называемый бинарный код. Если эти цифры посмотреть в числовом значении, и при, ну, нумерологию к этому применить, то есть ну, прибавить эти цифры, чтобы до единого числа, да? Если, например, 12, то 1 плюс 2 это 3. Ну, понимаете, да, человек? Да, да. И вот когда вы их складываете, то вот человек как эмбрион развивается, как клетка, то есть все цифры, когда, то есть 1, потом 2, потом 4, потом 8, ну и так далее, 7, 5. То есть они все есть, и нет только 3, 6, 9 в этом числовом значении. Они выпадают. Но когда вы смотрите и, например, складываете, вот у вас был 1 и потом 2, 1 плюс 2 вы складываете, это уже дает вам 3, вот она 3. И когда вы складываете 4 плюс 2, то есть 2 плюс 4, это уже 6, и потом 6 плюс 3, 9. То есть вот это ответвление, оно дает как раз-таки 3, 6, 9. Это на словах, конечно, трудно рассказывать, это я всегда рисую на доске, как это все я ищу, показываю. И ну, кому это интересно, информация, я могу дать телеграм-канал, и там вся эта структура разложена на моем канале. Есть интервью, которое развернуто, да, я провожу. Вот, ну, в общем, вот этим я занимаюсь. Самое главное, что это связано со звуком, со здоровьем,
Вот единственное, я скажу сейчас, потому что это очень важно, про биджа мантры я сказал, да, вот. Лам, вам, рам, ям, хам, аум, ом. Они же сопоставлены к семи чакрам нашим основным. И они должны пропеваться, по моему мнению, по моей методике, на определенной частоте. Многие поют просто, например, там, лам, потом следующее там, вам, опять рам. Вроде поднимаются, а звуковой тон, тональность не меняют. А я нашел вот именно те частоты, которые сопоставляются к ним, и каждая частота сочетается с чакрой и с эндокринной системой, с нашими железами. Да? Вот, например, если взять биджа-мантру Рам, Рам, Ра – это солнце, ну, Амон-Ра, да? Амон-Ра. Папа-приндрес. Ра, да, Рам. А солнце – это солнечное сплетение, то есть какие взаимосвязи сразу, да? Солнечное сплетение, желтый свет – это поджелудочная железа. И она должна пробиваться на определенной частоте – 417 Гц. Вот эта частота на такой частоте… Так высоко, да? Так высоко. Должно пропиваться именно эта биджа-мантра. Ну, как нужно тут действовать, как я это думаю? Если, например, не дай бог, там у кого-то поджелудочная болеет, да, например, болит что-то, да, неправильно, там инфекция какая-то или еще что-то, и когда, например, поджелудочная железа, она что делает? Выделяет инсулин, ну, в том числе. И, например, когда инсулин больше вырабатывается, да, например, в организме человека, это для организма плохо, человек болеет. А частота повышается, частота звука повышается, она, например, не 417, а, например, 430 становится. И это нарушение. И когда вы знаете исконную матричную частоту звучания, вы ментально соединяетесь со своим центром солнечного сплетения, это основа, да, того, чем я занимаюсь. Вы знаете цвет, да, желтый цвет, вы знаете биджа-мантру и тон, тональность, частоту. И поэтому, когда вы все это соединяете ментально, да, внимание свое сюда опускаете, и когда еще пропеваете на нужной частоте, вы постепенно, когда это делаете, восстанавливаете, то есть в исходное состояние, колесо свое, да, вот это чакральное, чакра-колесо в норму приходит. Это мое видение. Но я всегда говорю, что не нужно крайности, что если у вас там прописали там какие-то лекарства, не надо ни в коем случае ничего отказываться. То есть нужно только добавлять, дополнять. И когда вот у нас сейчас такие эксперименты, как бы экспериментальный сейчас такой период, да, когда мы это на экспериментальном уровне проверяем, есть уже многие как бы такие достижения, люди, которые привели в порядок определенные свои вещи. Вот. И мы даже дальше пошли, мы сейчас хотим сделать целую такую, ну, не лабораторию, наверное, а, ну, все-таки лаборатория, но это будет такая как бы, ну, машина, что ли, да, я бы сказал. То есть там будет все автоматизировано. То есть вам даже делать абсолютно, ну, как бы нужно только ментально соединяться с этими центрами и работать ментально над собой. А там уже будет и звук, и цвет. Это еще связано с минералами, с камнями, чакральная наша система, эндокринная тоже, и с эфирными маслами. А также еще и с планетами, ну и много-много с чем. Поэтому вот мы разрабатываем вот такую, основываясь на моей методике, разрабатываем, чтобы это был автоматизированный механизм. Вот, и там при помощи зеркал Козырева, то есть это будут такие вогнутые зеркала, я думаю, там, ну, определенные камеры такие трехслойные. И вот мы хотим это сейчас воплотить, и в некоторых городах это уже делают, воплощают. Я сказал, делайте без меня, делайте, если я нужен буду, позовете меня. И вот последние, кто откликнулись, это в Азербайджане человек, у которого есть производство определенное, у которого есть, ну, финансовая там поддержка такая, то есть он все это может сделать, и он сказал: Алексей, я услышал тебя, давай сделаем. И вот мы сейчас, дай бог, я там в следующий раз поеду в Азербайджан, мы уже начнем что-то делать в этом направлении. Если кому-то интересно, обращайтесь, расскажу поподробнее. Хорошо, конечно. Да. Спасибо, Дарлин. Ну вот, в общем-то. Спасибо большое. Спасибо, что вы слушаете. Ну, интересно, каждый приходит со своими талантами, со своими увлечениями. Ну, мне созвучно, мне кажется, мы тоже ведь не зря все друг к другу притягиваемся, правильно? Да, точно, по каким-то точно. Особенным
вибрациям же. Конечно, не зря и по эти места, которые вы показали, для нас открылись, да? И Дарамсала, и Розабал, Шринагар, и Ришикеш, и здесь, и Путапарти мы тоже, надеюсь, приедем. Еще не были, да, конечно, приедете. Многие места, когда еще хочется их посетить, ну, не все сразу, постепенно, я думаю, в следующий раз мы уже, когда в Индию поедем, посетим, и где-то, если вы будете в том же городе, напишем вам, позвоним, и можем встретиться. Да, запросто, конечно. Давайте арбузик поедим немножко. Спасибо большое. Выдыхай, бобер, как я говорю в конце интервью. Выдыхай, бобер. Белуха, гора Белуха. Какая она красивая. Это тоже, да? Это тоже Белуха, да. Здесь ледник. И там дальше еще есть. Вот она. Да, очень красиво. Вот эта гора Белуха. Но это вы далеко от этого живете? Ну, если по прямой, то 100 километров. Но в горах прямых не бывает, поэтому далеко. Но мы иногда видим из дома ее вершины только. Это тоже рядом места. Это называется Кизерташи алтайские. Это, ну, где захоронение богатырей было, да, то есть тех, и вот им ставили вот эти кизеры, камни. Вот, ну, вот такое, да, тоже место. Интересно. Ага, это уже озера. Красиво так. Сейчас вот дальше покажу. Вообще. Вот, тоже. Очень красиво. Более 8000 озер. Это Красная гора. И вот озера вот эти там тоже. Более 8000 озер насчитывается на Алтае. Это тоже вот на Красной горе. Саши покажет. Сейчас, ага, показывай, Саши. Because it's for God. Ah, okay, you understand. Yes, it's a Kizertash, yeah. Oh, it's beautiful. Yes, and the lake, yeah. Magnolia. Oh, my God. And they have a hot water? Not, it's cold, always cold. Always cold. Beautiful, very good. Thank you very much, thank you. Yeah. So nice. And I want to show you. Very nice.